В нынешнем сложном мире, в мире нарастающих конфликтов и все более изощренных искушений, Отец на небесах хочет, чтобы каждый из нас наслаждался покоем и счастьем. Я проиллюстрирую верный и неверный путь, прибегнув к аналогии со скалолазанием. Есть люди, пытающиеся взобраться на отвесный утес методом так называемого свободного восхождения. Они совершают его в одиночку, без снаряжения, без товарищей, без страховки. Они полагаются на собственные навыки и способности. Они делают это в поисках острых ощущений. Жизни на грани в условиях высокого риска. Они подобны тем многим людям, которые борются с испытаниями и искушениями в их жизни, не подстраховывая себя соблюдением заповедей Бога, без руководства Святого Духа. В нынешнем сложном мире они почти наверняка нарушат критические важные законы и пожнут болезненные, губительные последствия. Не совершайте одиночное восхождение в жизни. Вы почти наверняка впадете в согрешение. Есть более безопасный способ восхождения. Хотя скалолазание и кажется рискованным и опасным занятием, меры предосторожности позволят вам получить исключительно приятные впечатления благодаря соблюдению правильных принципов. Когда два альпиниста идут на трудный подъем, главный в паре взбирается на скалу, вбивая в нее крючья примерно через каждый метр. К крючьям крепится карабином его веревка. Они наметили маршрут и договорились, как будут работать в связке. Поднявшись достаточно далеко и найдя удобное и очень безопасное место, первый страхует второго, натягивая веревку, пока второй поднимается вслед за ним на длину отпущенной ему веревки. Затем этот процесс повторяется. Позвольте Спасителю быть вашим главным напарником в жизни. Его законы — это абсолютно надежные защитные крючья, рассеивающие страх и гарантирующие успех в мире, который иначе грозит вам опасностью. Вы обретете настоящее, прочное счастье и приходящие вместе с ним силу, смелость и способность преодолевать величайшие трудности, если сделаете центром своей жизни Иисуса Христа. Послушание Его учениям обеспечивает безопасный подъем по дороге жизни. Надежные крючья Его законов будут обеспечивать безопасность и успех в то время, как вы будете покорять горы встающих перед вами испытаний. Ваша жизнь будет исполнена покоя и счастья, а венцом ее станет возвышение в целестиальном царстве.